Доброе утро! Сегодня я вам покажу, как сделать модный монохромный макияж. На подготовленную кожу мы наносим тональное средство. Для того, чтобы лицо было более естественным и живым, мы будем использовать скульптор, хайлайтер и румяна. Мы нанесли скульптор на впадинки, на яблочки щек нанесем румяна и хайлайтером подчеркнем выступающие области. Для того, чтобы продлить стойкость макияжа, мы закрепляем кремовую текстуру сухими. Для бровей я использую тушь, потому что сейчас в моде брови без четких линий. Для того, чтобы выровнять цвет под глазками, мы используем консилер. Монохромный макияж – это макияж, выполненный одним средством, который можно использовать и на глазки, и на щечки, и на губы. Я нанесла это средство не только на верхнее веко, но и на нижнее, для того, чтобы появился объем. Продублируем тенями такого же оттенка, для того, чтобы растушевка была более мягкой. Далее прокрасим ресничный контур коричневым карандашом для того, чтобы подчеркнуть форму глаза. Для того, чтобы пигмент не осыпался и держался более стойко, мы используем клей. На центр подвижного века я нанесу более яркий пигмент. На внутренний уголок глаза наносим более светлый оттенок пигмента. И завершаем образ с помощью туши для ресниц. Вот такой легкий образ у нас получился с помощью монохромного макияжа с пигментами. Всем красивой недели!